Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы вяжем вот такие вот валентинские тапочки, девчонки, с сердечком. Такие милые симпатюлечки, уютные, теплые, милые, подробно для начинающих. Каждую петелечку все увидите. Сразу даже хочу сказать умникам, которые сейчас начнут писать, что они протрутся, они неудобные, тра-та-та, они плохие. Мы вяжем подарок, девчонки. Расценивайте это как подарок на день. Я уверена, что любому человеку, маленькому, взрослому, пожилому, такие тапочки сделают, доставят огромное удовольствие и вполне уместны на День Святого Валентина. Что касается пряжи, девчонки, у меня вот в два сложения пряжа из двух нитей, одна махер, одна обычная. Метраж у них у обоих приблизительно 240 метров в 100 граммах, то есть это 120 метров, 120-150 метров в 100 граммах у вас должна быть основная пряжа. То же самое с этой. У меня нитки тонкие, поэтому я буду вязать в два сложения. Крючок 4 миллиметра, пряжа от 120 до 150 метров в 100 граммах. Основная, не обязательно бежевая, любая. Ну и красная на сердце, понятное дело, что красная. И измеряем длину ступни. У меня это 24 сантиметра. Вы меряете свою. Это число. У меня 24 сантиметра. Делим пополам. То есть 12 сантиметров в моем случае. Вы же меряете длину ступни свою и набираете количество петель на половину вашего, как бы, вашей длины ступни. Вот смотрите, у меня 12 сантиметров, 12, всего 24, то есть половина. Теперь начинаем наше вязание. Это для всех размеров. Для детских я бы рекомендовала взять тоньше нитки, поэтому детские размеры вяжем в одно сложение, а взрослые в два сложения. Последнюю петлю, вот именно, видите, последнюю петлю цепочки мы заживаем вот так вот пальчиком и вяжем 2 петли. 2 воздушные петли подъема. Теперь делаем накид и в эту петлю, которую мы зажали, вывязываем столбик с накидом. 1, 2 и 3. 3 столбика с накидом. Теперь вяжем из каждой петли, вывязываем 1 столбик с накидом. Так, до конца ряда. Так, вот, видите, провязала я 15 столбиков, всего у меня было 17, из первого я вывязала 3, провязала 15, и вот он мой последний, видите, последняя цепочка, из нее я вывязываю 6 столбиков с накидом для поворота, 2 из той же дырки, 3, 4, 5 и 6 из одной дырки 6 столбиков, видите, вот они. Далее поворачиваемся и теперь вяжем столбик с накидом напротив каждого столбика по одному, то есть мы повернули работу и вяжем в обратном направлении те же 15 столбиков. У вас это будет другое число.
Так, вот провязала, видите, последнюю петлю, 15-ю напротив. Далее у нас идет вот этот угол, вот наши 3, и напротив этих 3 я снова также вывязываю 3 петли, 2 3, то есть я завершила ряд, и здесь вот соединяю полустолбиком. Так, есть первый ряд, здесь у меня 6, здесь 6, и между ними ровные петли. Далее делаю 2 воздушные петли подъема. Далее у нас идут вот эти 3 петли, и с каждой из них мы вывязываем 2. 1 2, раз, два, раз, два. То есть из 3 петель мы сделали 6. 2, 2 и 2. Далее идет ровное вязание, те 15 столбиков, которые мы с вами вязали, вернее, которые у меня. Так, довязываем до конца. Вот здесь вот последний раз напротив, видите, ровное вязание. Теперь здесь у меня 6 петель из одной, из каждой из них я вывязываю по 2, то есть теперь у меня будет 12 петель. 1 2, раз, 2, и так все 6 петель. 1 2, так, смотрите, 1 2 3 4 5 6, 6 раз по 2 петли из каждой. Вот осуществился еще один поворот. Далее снова ровное вязание, так, здесь вот я уже, кстати, на этой петле, здесь у меня, смотрите, 1 2 3, это вторая половина поворота. Значит, из каждой петли я вывязываю 2 петли, 1 2 петли, 2 2 петли, 3 2 петли, 1 2, и соединяю соединительным полустолбиком, и смотрим, здесь у меня 1 2 3, и здесь 1 2 3, то есть я так же, как и здесь, добавила 6 петель. Так, третий ряд, 2 воздушные петли подъема. Далее из первой петли, вот сейчас повторяйте за мной, я вывязываю 1, потом следующие 2, снова 1, снова 2, то есть через 1 петлю 1 и 2. Смотрим. 1 петля, 2, 1, 2, 1, 2. Закончили мы этот полукруг, видите, вот он у нас половинка. Далее вяжем ровно.
Так, мы приблизились к нашему полукругу. Вот он, видите, здесь у меня из одной вывязано 2. Теперь я делаю точно так же. Одну петлю провязываю без изменений и с второй вывязываю 2 петли. И так далее чередую. Всего вот этих добавлений у меня будет 6. Точно так же. Сейчас, если вам показать, вот так вот эта петля, вот она, видите, из одной вывязано 2, и далее эти 2, одну из одной мы провязываем одну, а из следующей мы провязываем 2, и вот так чередуем. Так, проверяем. Всего их у нас должно быть 6. Значит, вот видим. 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6. Далее вяжем ровно. Так, приблизились мы опять к полукругу. Вот, одну петлю я провязала ровно. Далее добавление. То есть в каждом полукруге у нас должно быть 6 добавлений. Одну без добавления. Вот одно добавление. То есть точно так же через одну петлю. 2 и 3. Сюда же. Так, смотрим. 1, 2, 3. Сейчас мы добавили. И здесь у нас было 1, 2, 3. Есть. Теперь далее. Далее мы вяжем уже без добавления. То есть делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем по кругу из каждой предыдущей петли по одному столбику с накидом. И так мы продолжаем вязать 3 ряда. Вот именно без добавления. Провязала я еще 3 ряда. 1, 2, 3. Видите, без изменений все ровненько. И оно у меня поднялось вот так вот вверх. Всего 6 рядов. И если я вот так вот согну, то у меня это 9 сантиметров. То есть всего 18. Это, девчонки, на женский размер. Так, теперь закончим мы наше вязание красиво. Так. Вот. Так, теперь красные нитки. Вяжем сердце. Я вяжу в 2 сложения. Если у вас толстые, то в 5 раз лучше это все делать. Значит, делаю слепую петлю. Вот так вот обворачиваю. Вот он конец. Теперь продеваю сюда крючок, захватываю нить и провязываю один столбик без накида. Далее. Вяжу один столбик с накидом. Теперь 2 накида. Столбик с 2 накидами. 1, 2, 3.
и 4. 4. Так, есть 4. 1, 2, 3, 4. Теперь вот, периодически подтягиваем. Столбик с одним накидом. Тоже 4. Раз. Два. Три. Четыре. Видите, тут видно большие, это с двумя накидами, и тут с одним накидом. Далее один столбик с двумя накидами. Одна воздушная петля, снова столбик с двумя накидами. Это у нас одна часть сердца. Далее мы повторяем 4 столбика с накидом, с одним накидом. Четыре. Четыре столбика с двумя накидами. Три. Четыре. Далее столбик с одним накидом. И все. То есть мы повторили то, что мы делали в этой половине, мы повторили в этой половине. Теперь хорошенечко затягиваем. Вот. Видите? Затянули прямо это. И у нас после этого получилось сердце. Провязываем. Вот у нас первый столбик с накидом здесь, в него мы провязываем полустолбик и соединяем это сердце. Далее вяжем, так, соединили. Теперь вяжем далее столбиком с накидом. Нам нужно из первой петли вывязываем 3 столбика с накидом. 1. Два, три. Далее со следующего тоже вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Видите, 3 и 3. Следующая петля, снова 3 столбика с накидом. 1, 2. Три. И далее мы вяжем столбики с накидом уже из каждой петли. 1, 2, 3. Четыре. Пять. 6. Теперь у нас вот эта вершина сердечка. Мы вывязываем 1 столбик, 2 и 3. Вот оно. И далее повторяем эту сторону. Из каждого столбика вывязываем 6 из одной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Теперь 1, 2, 3. Из каждого из них мы вывязываем по 3 столбика с накидом из 3 петель. 1, 2, 3. С второго 1, 2,
3, из третьего 1, 2, 3. Все, мы завершили наше сердце. Теперь вот сюда, вот в оставшуюся петлю, один полустолбик без накида. И еще один полустолбик вывела я сюда, в эту нить. Ай! Ух, обрезала. Продеваем на изнаночную сторону. Здесь хорошенько, потому что место это у нас рабочее такое. Завязываем, прям три раза я завяжу, чтобы здесь был крепкий узелок. И обрезаю. Все, красные нитки нам не нужны. Вот такое вот сердце. Его, понятное дело, вы можете использовать еще на другие нужды. Ну, то есть можно даже как украшение, как маленькая подушечка, куда угодно сердечко можно использовать. Вот оно. И теперь нам нужно довязать тапочек основной нитью. Вот эту деталь мы складываем пополам. И определяем середину. Вот она средняя, видите, вот она средняя петля. Теперь здесь у нас, там где три петли, вот эти вот, видите, из вершины, где вывязано три петли, вот в середину, в среднюю из них мы продеваем крючок. Теперь берем основную нить, оставляем краешек, чтобы закрепить его, и цепляем вот так вот. Пока вот это вот оставляем. И вяжем столбиком без накида. Вот смотрите, продеваем в одну петлю цепочки тапочка и в одну петлю цепочки сердечко. Продеваем нить и провязываем. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видите, мы присоединяем. 11, 12, 13. Все, теперь мы дальше вяжем просто столбиком без накида по кругу сам тапочек. Сердечко оставляем здесь, вяжем вот сюда, вот продвигаемся. Так, теперь вот она у нас первая петля. Я считаю, от нее 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот я одну лишнюю провязала. Вот она моя 13-я. Вот из нее я буду начинать вязать. И здесь точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. И повторяю все то же самое. То есть теперь я присоединяю с другой стороны. По одной петле оттуда и оттуда. И сшиваю.
Вот я сейчас продвигаюсь к той первой центральной петле и еще из нее вывяжу один, как бы, чтобы закрепить. Обрезаю, достаю. Теперь что я делаю? Достаем эти нитки, концы продеваем на изнаночную сторону, и нить, которой мы начинали, и нить, которой мы заканчивали. И вот здесь вот мы их закрепим узлом, тоже хорошим таким добротным узлом. Вот. И по сути все, девчонки, больше нам ничего не нужно, никаких швов у нас нет. Сердце наше готово для любимых. Время у нас еще есть до праздника. Даже навязать всем, мамам, бабушкам, дедушкам, племянникам, сестрам, братьям, вот такое вот сердце. Ну, понятное дело, что тапочек вот так вот смотрится, на ноге он смотрится намного красивее. Очень-очень симпатично, девчонки, поэтому вяжите, время есть, я думаю, все мы успеваем, и все мы делаем вовремя. Вот, все, девчоночки, на сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Я с вами прощаюсь. Ждем платье, оно очень скоро будет. Все, всем пока.